Стоило бы, конечно, спросить себя: дурачок, ну зачем ты вчера так нахерячился? Но у самурая нет цели, у него есть только путь. Сегодня снова в дорогу. Вы спрашиваете, как можно так часто пить? А как не пить-то, блядь? С утра просыпаешься, уже всех ненавидишь, а к вечеру вообще готов всех убивать. А так рюмочку накатил, и любовь к людям возвращается. И запомни, ты не алкоголик. Ты бесстрашный воин, который путешествует по эмоциональным волнам через жидкие порталы, скрытые в стеклянных сосудах. Надоели худые люди? Надоела навязчивая реклама о здоровом образе жизни? Просто не можете терпеть, что вас называют жирным? Забейте на них на всех хуй. Прочитал в интернете, чтобы похудеть, надо выпить. Дальше не стал читать. Вчера по телеку увидел, что если выпивать 100 грамм перед сном, никогда не заболеешь. Сегодня 6 раз спать ложился. Ну а хули? Я за здоровый образ жизни. Каюсь. Раньше в молодости я пропускал рюмочку-другую. Сейчас я стал старше, опытнее, мудрее. Вообще ни одной рюмки не пропускаю. Вчера целый день было такое ощущение, ну вот чего-то не хватает. Чего-то забыл, блядь. Сука, чуть трезвый спать не лег. Мне стало тяжелее пить. Ну, хочется так же, а уже тяжелее, понимаете, так же не можешь. Ну, мне кто-то скажет, ты не пей, а ты не лезь. Если вот я знаю, что мне, например, завтра не надо нихуя делать... Я просыпаюсь пораньше. Ну, чтоб подольше нихуя не делать. Посмотри вокруг, погода щедрая дарит красоту, неимоверную легкий ветерок нам дует за берега эту красоту тебе.